уснула за рулем. Ночью в пригороде Витебска Nissan съехал в кювет, где и перевернулся. От удара в салоне оказалась заблокирована женщина-водитель. Ее ноги зажало под сиденьем. Извлекать пострадавшую пришлось бойцам МЧС. Спасатели наложили ей шину и передали бригаде медиков. Свыше 3 промилле алкоголя показало освидетельствование водителя в Минске. На улице Плеханова Рено протаранил припаркованные машины, а после врезался в отбойник. Теперь, помимо лишения прав на 5 лет, водителю грозит штраф 7400 рублей за пьяную поездку. Поворачивая налево, не заметил мотоцикл. Таксист сбил байкера на улице Ленина в Минске. Со слов свидетелей, мотоциклист ехал с превышением скорости. 26-летнего пострадавшего доставили в больницу для обследования. Еще одна авария в столице. На проспекте Победителей велосипедист оказался под колесами «Фольксвагена». Пострадавшего увезла скорая. ДТП произошло, когда велосипедист проезжал дорогу по нерегулируемому переходу, а шофер вовремя не среагировал на мужчину. Авария с участием 3 авто произошла в Минском районе. На Молодечнинской дороге Toyota врезалась в Volkswagen, который стоял на гибкой сцепке в правом ряду. От удара Golf протаранил Шкоду, с которой находился в сцепке. В аварии пострадал водитель Шкоды. Он в момент ДТП стоял у машины.